Моя оценка в целом по уборке города, она не изменилась. Ну, может быть, к той тройке, которую я вставлял на предыдущих неделях, я добавляю более такой твердый плюс. Потому что, несмотря на то, что ситуация кардинально не изменилась, действительно, компания «Магистраль» не обладает достаточным объемом технических и людских ресурсов для исполнения своих обязательств на пятерку. Хотелось бы отметить, что на рекомендации со стороны администрации города компания реагирует. Мы видим, что и добавлено количество работников, которые убирают территорию города вручную. Мы увидели, что обращается внимание на расчистку пешеходных переходов, там, где люди спускаются и поднимаются с тротуара на проезжую часть и обратно. Достаточно неплохо очищены большая часть автобусных остановок, конечно же, не все. До пятерки далеко, и контракт с необходимым качеством не исполняется. Соответственно, у заказчика имеются основания для предъявления штрафных санкций. Ну, процедура их предъявления следующая. Сначала выдаются замечания, которые должны быть устранены в течение суток. Если это не происходит, то соответствующим образом начисляются штрафные пени. По итогам ноября месяца компания «Магистраль» получила на 5%, почти на 5% средств меньше, чем она могла бы получить. 15 декабря должна быть поставлена дополнительная техника, в том числе техника специализированная, комплексные дорожные машины, универсальные дорожные машины для уборки территории, грейдера, тракторы для уборки территории и остановок, для уборки тротуаров и остановок. Также до 15 декабря должно быть завершено оборудование уборочной техники приборами ГЛОНАСС. На сегодняшний день уже 32 единицы имеют приборы ГЛОНАСС. Мы надеемся, что на следующей неделе эта работа будет завершена, в том числе будет завершена разработка программного обеспечения, и руководители города, в том числе руководители города, отвечающие за контроль исполнением контракта, будут иметь возможность наблюдать перемещение техники не только на своих рабочих местах, в кабинетах, на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах.